Помимо ярких и колоритных подворий, городской парк Победа наполнился торговыми палатками. Здесь каждый мог найти сувениры или подарки на любой вкус и цвет. Именные ложки, деревянные кухонные и бытовые принадлежности, необычные шкатулки, сумки из бисера, яркие сухоцветы и многое другое. К слову, палатки с национальными рубашками и глиняными изделиями пользовались большим спросом. Множество тематических и игровых площадок, а также проведение мастер-классов. Так отдел ремесел ГУК Мозырский районный центр культуры и народного творчества приглашал мозырян познакомиться поближе с народным рукоделием, попробовать создать уникальные вещи из соломы, выткать вручную настоящий гобелен. Была в парке и картинная галерея. Взгляд на Мозырь глазами художников. Следующий маршрут – летняя эстрада. К ней традиционно на городских праздниках особое внимание горожан. Здесь на сцене яркий калейдоскоп творческих номеров от мозырян всех возрастов. Хочешь испытать удачу? Детей и взрослых радовали различные лотереи. А какой праздник без сладкой ваты и газированных напитков. Освежающую прохладу совершенно бесплатно дарил фонтан в центре парка. Смех и веселье около аттракционов и надувных батутов. И большие очереди не преграды для мозырян, чтобы побаловать себя городскими забавами. А в течение всего дня жители и гости Мозыря поздравляли друг друга и любимый район с прекрасным юбилеем. Я хочу поздравить от себя Мозырский район с этим большим праздником, столетием. Желаю всем мозырянам счастья, здоровья, чтобы был наш Мозырь точно таким же дружным, как и сейчас. Мозырь, с праздником, я вас люблю. За 28 лет, что я здесь живу, это самый лучший праздник и самый лучший город. От лица «Жемчужины Полесья» хочу поздравить Мозырь с праздником. Мы тут тоже участвовали и показывали свой любимый волейбол. Поздравляю наш чудный город со столетием. Желаю, чтобы все было хорошо. Спасибо за большой праздник. Очень все прекрасно. Я поздравляю всех жителей Мозырского района с таким чудесным праздником. Желаю всем счастья, здоровья, чтобы никто не болел у вас и все было хорошо. А часть Советской стала большой гастроаллеей. Конечно же, в фаворите шашлыки. А еще хот-доги, гриль, булочки, мороженое. Больше 10 фуд-зон. И, конечно же, летние выносные столики не пустовали. Рядом с ними танцевали, за ними подпевали. Александра Гузова, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».